Приветствую, друзья! Как ваши дела? Сегодня еще одну информацию хотел с вами поделиться. Дело в том, что нам нужно было кое-какие фотографии распечатать. И я искал в районе Белых Дубов фотосалон. И наткнулся на соседней улице вот такой фотосалон. Асфото называется. Здесь они делают такие документальные, то есть для Икомета, для Табу и так далее. Вот такие биометрические фотографии, их стоимости. И самое интересное, да, все фотографируют, все могут распечатать, это не новость. Но мне очень понравились их альбомы. Дело в том, что в 2006 году мы ездили в Китай, и мы там делали фотосессию семейную. И делали вот такие картины. И домой забирали, из Китая прям привозили. Вот это все я вспомнил. И когда он показал хозяин вот такой альбом, идея пришла сделать какой-нибудь семейный альбом именно на память о Стамбуле. Дело в том, что мы всю жизнь здесь жить не будем, по-любому. Поэтому рекомендую сделать вам альбомы семейные, для себя можете. Али Резабей, вот он владелец фотосалона. И он работает с семьей, сын, жена и так далее. Здесь, в принципе, в Турции принято работать с семьей. Давайте вернемся к этим альбомам, что они мне очень понравились. Здесь это как обычно выглядит. Видите, здесь мне нравится вот этот переход. На разворот они сделаны. Вот это обычно глянцевый идет, как вы видите. То есть сделано картонные такие толстые, но при этом такие на полный разворот. То есть классно, идея классная, и фотографии, в принципе, классные. Видите, разных размеров они могут сделать. Это в 2020 году сделано было. Потом такие картонные могут сделать, видите. Я не понял, для чего, но сказали, вот так можно поставить. Разных размеров. И самое классное, что мне понравилось, смотрите, вот эти шикарные. Это ламинированное, но они говорят стекло. Больше на лаковое покрытие похоже. Видите? Она прям блестит, как стеклянное покрытие, как будто это оргстекло. И самое классное здесь, вот мне что нравится, видите, переход какой. Оказывается, это не каждый может сделать. Ну, в принципе, сейчас век технологии, но самое классное, как вот сделано, видите. Мне эти очень понравились. Смотрите, какой переход. Смотрите. Вот так фотография идет, и вот так переход идет. Хорошо сделано, смотрите. Вам видно, не видно. Мне очень понравились эти. Стильно смотрится. Смотрите. Вот такие. Смотрите, как мозг взрывает. Вот такие. Потом они сказали, что могут по городу ездить, гулять с вами, сделать такие туры по Стамбулу, достопримечательности. Смотреть. Сказали, вот эта девушка из Украины, если они не ошибаются. Вот это их все фотографии. Видите, какие. Ну вот это понравилось, как они сделали. Это свадебные стандартные. Детские. Вот. Так что можете заказывать. Я тоже думаю, задумываюсь. Видите, это, по-моему, для выпускников младших классов. Видите, как сделано. То есть разных есть видов. Вот таким образом они делают. И самое классное, смотрите, как тоже как будто ламинировано. И у них есть студии разных локаций, детские. Потому что многие спрашивали,
Я вот в группах видел, где-нибудь есть студии, фотосалоны. Видите, вот такие, видите, белые. Вот такие. Есть зоны такие. И небольшое количество одежды. Вот я не знаю. Здесь бурда вещей, верно? А, здесь, кстати, есть для торговли. Если вы фотографируете какие-нибудь товары, они могут сделать такие каталоги товаров. Сейчас даже покажут. Вот. Это вот его работа, Али Резабей. Вот такие делает для торговых компаний альбомы. Смотрите. То, что вдруг кто-то занимается торговлей или хочет заняться торговлей, можете обращаться. Я обязательно локацию укажу. Видите? Все детально отснято. Бурда чектiniz mi? Yok, burada firmaya gidiyoruz, çekiyoruz. Burada istediyor kurdu. Fabrika. То есть они поехали на фабрику, там, говорят, фотографировали. Вот такие классные фотографии. Часы, в прошлый раз они показывали. Часы, не знаю, бижутерии, золото и так далее. Они все могут фотографировать. Так что и в Стамбуле есть такие фотостудии, кто не знал, имейте в виду. Качил был штен Чалшерсонс? 22 года занимается этим делом. Получил высшее образование по художественным. Это для вот, торговли, электронной торговли. Вот делает такие фотографии. Видите? Так что всегда полезно гулять и спрашивать, узнавать, потому что я пришел просто несколько фотографий сделать, а тут узнала, они много чего делают. Видите, много деталей делают. Очки, сумки, мебель и так далее. То есть, так что можете обращаться. Вкратце хотел таким коротким видео сделать. Вам ну, сюжет. Bunu da kendiniz yaptınız mı yok mu? Bu nerede? Fotoğraf veriyorsunuz, bastırıp yapıyoruz. Делают еще такие, видите, текстильные. Bu tarz şeyler de yapıyoruz. Они могут сфотографировать, потом заказать. Это тканевые. Это, видите, как бывали же раньше, дорожки или в этом роде. Или ковры могут такие сделать. То есть тоже стильно. Так что, ребята, вот семейный бизнес.